надеюсь. Это пока мужчины носят. Еще и получила про вас. Вот еще не за меня, да? Да. Ну тогда не спорь. Сидите, вас затолкаю. Хорошо, давайте сюда пустые. Пустые, сюда, давай. Может, я тут... Снимайте, а ты не подавай. А тут снимай. Польское правительство решило помочь беженцам, которые сейчас в Запорожской области. Итак, мы привезли здесь, благодаря Польскому центру международной помощи, привезли 164 тонны, из чего 8 приедет здесь, в Бердянск. Мы благодарны польскому центру международной помощи, украинским рубежам, местным властям за то, что нас поддерживают, помогают. И мы смогли организовать прием этого груза. Надеемся, что все у нас пройдет гладко, и мы выдадим спокойно, и те люди, которые нуждаются, они получат помощь.